Нам бы сюда бензопилу, мистера Хэ. А здесь очень красиво, когда дети не бегают. Да, от них голова кругом. Да. На рисовании они тебя слушались? Ты видел мои уроки? Я мимо шел. Но арт-коттедж стоит вообще на отшибе. Да, но там можно срезать. Ну, куда пойдем? Куда скажешь. Давай сюда. О, боже мой, ты цел? Жить буду. Давай, помогу. Ящик лесника. О. Похоже на склад припасов для лесников и всех, кто ходит по лесу. Голых лесников? Похоже на то. Куда впадает этот ручей? В озеро. А, точно. Блин. Я знаю шутку про художников. Ну, тупую. Да, ну. Да. Рассказать? Да. Ладно. Итак, почему абстракционист никак не мог найти девушку? Почему? Он кончал одним махом.
Фигня, прости, Джейкоб рассказал. Она разве не про гольф? Ну, про махи клюшкой. А, прости, не знал. Джейкоб наверняка от детей слышал. Это все объясняет. У них на уме одни пошлости. Эй, это просто птица. Ты чего? Ой, я... Извини, я что-то немного нервничаю. Последнее время. Да? Это, наверное, фигня, но с тех пор, как уехали дети, меня не покидает странное чувство, будто тут кто-то есть. И следит за нами. Типа, кто-то не уехал? Нет, нет. Почему-то мурашки по коже и как-то не по себе. А, ну, думаю, фигня. Да, ты прав. Похоже, мы вернулись к тропе. О, я знаю, где мы. Да? Сюда. Подержи-ка. Ага. Блин, Эбби, у тебя талант. Нет, нет, это фигня. Серьезно, это не фигня. Это набросок, но если я сейчас зарисую, потом смогу лучше вспомнить. Круто, что ты знаешь такие вещи. Ну, да, наверное. Ну, многие не в курсе о своих способностях. Уверена, ты способен на многое. Ну, это да, только вот... На что? Разберешься. Ты слышал? Показалось. Нет, слушай, там что-то есть. Такой кроха. Боже, он такой милый. Погоди. Погоди. Вас выслеживает неизвестное существо. Тихо. Затаите дыхание. Пусть чудовище решит, что вы лишь бездыханное тело. А зачем ему охотиться на то, что уже мертво? Посмотрите, как меняются звук и изображение, когда опасность приближается. И лишь она минует, бегом. Выберите момент и бегите бегом. Но стоит вздохнуть или побежать не вовремя, и зверь поймет, что вы добыча. Последствия представьте сами.
слюни! О, нет! Ну что, успела? Что? Я думал, ты зарисуешь мой поцелуй со свиньей. А я запомнила. Пора назад. Вернула, наконец, телефон, а он ни хрена не пашет. Кейтлин, прикинь, мистер Хэ – извращенный говнюк. У него везде камеры и есть потайная комната. Нет, это не… Стоять, повтори, что? У него глаза повсюду, и он следит за нами. Не пари чушь, он просто расставил фотоловушки, наблюдает за лесом и все. А? По-твоему, это не странно? Он должен охранять территорию и детей. Наверное, за животными следит. У вас совсем нет фантазии. Так, а что тут у нас? Все готово? На том берегу в домике на дереве был странный свет. Это было стрёмно. Там твоя подружка, Райан. Карга Хекетскуори. Так, я же тебя просила не говорить Карга Хекетскуори. Что не так с Каргой Хекетскуори? Вы все? До меня дошло, что это, возможно, наш последний вечер вместе. Что, неужели только сейчас? Это я для настроя. В смысле? Настрой, атмосфера, ну? Кстати, о настрое. У меня есть дела. Ясно, плейлист сам себя не составит. То есть составит, но... Так, Райан, хочу палок. Фу, лексика. О, так и задумано. Эбби, Ник! Вовремя. А вот и палки. Я уже шутила. В основном тут хворост. То, что надо. Здесь уже полно дров. Мы принесли бы больше, но там был вепрь или кабан. Но Ник поступил очень храбро и принял удар на себя. А все точно в порядке? Никаких жертв? Мы целы. Это же была не Карида. Хотя Ник умудрился завести подружку. О, рассказывай. Эй! Кому доставку? Ого! Стоп, откуда взялась эта пушка? Да не ссы ты, это пугач. А... То есть это ружье, но чисто пугать медведя. Мы нашли его в кладовке. Ладно, ладно. Не будем его брать. Спасибо. Пушки не игрушки. И мы рады предложить вам самый изысканный из всех изысканнейших деликатесов Хекетскуори. Ни хрена себе. Как раз хрена. Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Хлоп-хлоп, дети не грустят. Хлоп. Даже не знал, что они еще где-то остались. Эй, ковбой, придержи лошадей. Это
моя добыча. Нельзя махать ими у меня перед носом и ждать, что я не захочу похрустеть хлопиками. Эмма, дай-ка дробовик. Пристрелишь меня из-за них? Нет, тупица. Так, я их выиграю. На стрельбище. Нет уж, так не пойдет, нет. Вам, идиоты, никто дробовик не доверит. Да ладно, брось. Тут стрельбище в паре шагов всего. Будет весело. Ты и я. Олдскульная дуэль. Главный приз. Арахисовые хлопики. В одно рыло. Чел. Похоже, они тебе не слишком нужны. Ну окей. Супер! Джейкоб, гони ружье, живо. Никакой стрельбы, пока не прекратишь вести себя как мудак. Ладно, вот ты и суди. Нам нужен неподкупный рефери. Мы тут вообще-то пытаемся вечеринку запустить. Да ладно, отвлечемся. Ничего с твоей вечеринкой не будет. Ну давай. Прошу. Окей. Будет у нас соревнование по стрельбе. Тут есть полянка, на которой можно устроить тир. Но если будете страдать херней, я все отменю. О! Не боись. Так, просто чтоб ты знал, я мастер по стрельбе. Третий разряд. 3 года подряд. В лагере я каждый год на первом месте. Так что, Ник, хана тебе. Но если сдашься, я поделюсь с тобой одним маленьким хлопким хлопиком. Да, сейчас. Ты же не видел, как я стреляю. Ну, ты и не стрелял никогда. Наивный ты. О, я думаю, я знал так, бы, если бы ты... хорош мериться писюнами. Это все, конечно, очаровательно, но в тире будете играть по моим правилам. Вы делаете все, как я говорю, ясно? Отлично. Пойду расставлю мишени и захвачу патроны. А вы пока не шевелитесь и не трогайте ружье. Ох, Ева, она такая сексуальная, когда злится. Я всегда такая дебил. Да, да, спасибо, спасибо. Иди уже. Ну и... как прошло твое свидание с Эбби в лесу? Ну, неплохо. Да, молодца. Так, и что было? Ну, пофлиртовали. Она очень умная. Ага. Да. Ну, вы с ней того? Идиот. Не-не-не, я все понимаю. У всех иногда бывают неудачи. Главное, не упусти момент, пока ее не увел настоящий мужик. Кстати, смотри, я покажу, как настоящий мужик... использует ствол. Вы что, все еще выделываетесь друг перед другом? Не, у него с головой плохо. Так, давай ружье. Куда? Получишь, когда я скажу. Идите сюда оба, правила такие. Мишень у вас слева. Сперва Ник, потом Джейкоб. Не касайтесь спуска, пока не будете готовы стрелять. Ясно? Так точно. Окей. И еще. Помните о разбросе и об отдаче. Это дробовик, а не снайперка. Фонарик покажет, куда целишься. Ага. К сожалению, вынужден сказать, что в Хекетскуори могут возникнуть ситуации, когда, защищая себя, вам придется применять насилие. Вступая в бой, наведите оружие и стреляйте туда, куда светит фонарик. Знайте, чем ближе вы находитесь к своей цели, тем больше урон. Чем вы дальше, тем выше разброс. Есть вероятность не убить цель. Не стоит полагаться лишь на оружие. Не забывайте взвесить все «за» и «против». Помните, не всегда разумно жать на спуск. Бывает всякое.
Хорошо, Ник. Очко. Не, мы слишком далеко встали. Подойдем ближе и расхерачим тут все. Так, давай. Давай, Ник. Не промажь. Отлично! Повезло. Очко тебе, Ник. Умница, Ник. Давай. Покажи себя. Так, лучше ты отвернись, Ник. Не хочу провоцировать еще одну твою неудачу. Ладно, ладно, заткнись и стреляй уже. А я думал, ты суперэлитный стрелок. Да, с винтовкой, а не с этой сраной ручной пушкой. Так ведь и пристрелить недолго. Черт. Да, все норм, он все равно бы не попал. Эй! Все, дисквалифицирован за тупость. Что? Нет! Сорян, Джейкоб, не все сразу. Прохлопал свои хлопики. Эй, я этого не говорил, но... Какие вы оба злые. Бум, ты думал, это все? Что за... Эй! Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят. Так, я придумал. Игра. Блин, народ, мы, может, сегодня увидимся в последний раз. Будет что вспомнить. Что ты задумал? Как насчет идеальной игры о тайнах и лжи? Правда или дело, но... Дилан стайл. Итак, вот правило. Тебя спрашивают, правда или дело. Ты выбираешь и делаешь. Бум! И никаких отговорок. То есть просто правда или дело? Ну да. И заставим всех целоваться? Тех, кто выбрал дело, да. Но при взаимном согласии, конечно. Крутяк. Не выскакивай из трусов до своего хода, но... Ну и кто будет первым? Казино сдает, так что... Эбби. Выбирай. Правда. Думаешь, увернулась, да? Ладно, тогда вот. Ты спала с кем-нибудь? Я... Эй, чувак, полегче, это слишком. Да ладно, это еще не все. Ты спала с кем-нибудь в лагере? Нет. Нет. Прости. Ладно, Эбби, давай. Так, ладно. Эбби, так, господи, сейчас. Выбери уже. Ладно, ладно. Я не знаю.
Блин, все, поздно. Теперь я. Так, Райан, правда или дело? Дело. Ну, валяй. Что ж, Райан, предлагаю тебе выбрать. Так можно? Мне можно все. И ты должен поцеловать или Кейтлин, или Дилана. О, а это обои точно не вариант. Прости, правила не мои. Это как раз твои. Ну ладно, чё, погнали. Кейтлин, ну что? Всегда рад угодить. Так, так, так. Кого бы выбрать? Ну, мы с Джейкобом еще не играли. Согласен. Кейтлин, ну правда или дело? Правда. Да, правда. Сейчас. Так вы с Джейкобом давно знакомы, правильно? Типа, дружите с самого детства? Моего детства? Увы, да. Скучный вопрос, чел. Код просран. А вы хоть раз занимались этим, ну... В старшей школе я его заставила попробовать французский поцелуй. Но дальше у нас дело не зашло. Он отстойно целуется. И вообще он мне как брат. Фу. Люблю тебя. Так, мой ход. Эмма. Дело. Эмма, ты у нас поцелуешь Джейкоба? Или Ника? Ладно. О, прости, Ник, но это даже не выбор. Очевидно, это так что себе я... идея. Выбираю Ника. Эмма, серьезно? Народ. Народ! Спасибо, Ник. Зачет. Как тебе сосаться с моей девушкой? Это просто игра. Эй, я не твоя девушка. Пошел ты! Ой, это просто игра! Какого хера, блядь? Джейкоб, хорош. Видимо, мне стоит пойти за ним. А тебе стоит пойти за Эбби. Ну, как насчет настолки? Что? В жопу это все. Я, как всегда, очень рада тебя видеть. Итак, что удалось найти? У тебя нет ни одной из моих карт.
И все-таки ты здесь. Как думаешь, почему? Без карт я не могу тебе помочь. Их нужно найти. Я хочу вернуть их. Пожалуйста, мой друг. Это все, что я могу сказать. Тайны пока не раскрыты, и ночь все темнее. Мы еще встретимся, не сомневайся. Осторожно. Где бегают волки, там летают вороны.